каждая игра лучше другой. А это значит, что приходя на мои игры, вы получите тот опыт, который вы не получите нигде. Вы сможете осуществить все свои фантазии. Вы продумываете своего персонажа, и под вашу историю, под ваши стремления в игре тусуется колода мною и выдается вам. Под вас идет моя игра. Не вы играете для моей игры, а я играю для вас, подавая вам ключ, сюжет этой игры. И мы развиваем игру только вместе с вами, с вашей фантазией. Я лишь решаю за некоторые броски кубиков. Это правила, которые мы немножечко будем придерживаться. Чуть-чуть. Все мои игры авторские, то есть я сам их придумывал, когда-то давным-давно писал. Какие-то я импровизирую и пишу специально под вашу группу. Что-то я вспоминаю из своего огромного опыта за игрока. То есть я беру лучшие сюжеты из всего, что вообще когда было. И свои сюжеты соединяю вместе. А может быть, вы сами вещаете свою историю, вот вы отыгрываете, вы что вы хотите, такой мир и будет появляться вокруг вас, тот сюжет и та игра и будет, что вы захотите. Тут не ограничивает никто, ни вы себя, ни я вас. Это ролевые игры. Добро пожаловать.